Давним-давно в далекой-далекой галактике Виталий Лальдин уже боролся с Девоном Лоратом аж в 2018 году. Их борьба проходила не на официальных соревнованиях, а за кулисным столом, где уверенную победу одержал Лалитин. Конечно, нельзя оценивать закулисную борьбу как реальный показатель победы спортсмена над другим, но все же можно заметить, как с легкостью и без напряжения Виталий выигрывает Лората. Но на этом их встреча не закончилась. Они встречались еще на улице и в буфетном помещении, где в каждой из перечисленной локации они мерились богатырской силушкой. В 2018 году их противостояние ждали абсолютно все любители армрестлинга, но, к сожалению, их поединок не состоялся в связи с тем, что у Лората был подписан контракт с другой федерацией. Спустя время на просторах интернета их противостояние утихло. Но вот спустя 3 года наступил 2022 год, и оба спортсмена к этому времени набрали одну из своих лучших физических кондиций. За это время Виталий успел принять участие в самом престижном турнире ТОП-8 и занял 2-е место, уступив Ливану Сагинашвили, в то время как Лорат смог одержать победу над Майклом Тоддом и Джоном Борзенком. Оба спортсмена демонстрируют свои тренировки на YouTube-канале и в Инстаграме, готовясь победить других своих соперников. Но их противостояние утихло, и хотелось бы возобновить тот интерес к этому событию, как в прошлом 2018 году. Друзья, а хотели бы вы увидеть их противостояние в 2022 году? Пишите комментарии под видео. Все будет зависеть от нас. Если этот ролик наберет много просмотров, лайков и комментариев, мы сможем увидеть это легендарное противостояние, зародившееся в далеком 2018 году. Скажи, что я левую руку готовил. Ты левую руку готовил? Правая рука отдыхала, больная. Oh my god. I'm sure it's good.